Французский бульвар – одна из любимых точек автохамов. Правонарушения происходят здесь каждый день. Выезд на встречку и трамвайные пути, парковка на тротуарах и многое другое. Отговорка у всех одинаковая – или забыл, или спешу. Но так или иначе, такая халатность ставит под угрозу не только жизни водителя и пассажира, но и пешеходов. Это создание как аварийной ситуации, так и вплоть до наездов на пешеходов. То есть это проблема для движения пешеходов, для движения отдыхающих, взрослых, детей и пожилых людей. Поэтому такого быть не должно. Это прежде всего хамство и неуважение к другим участникам дорожного движения. Поэтому будем воспитывать прежде всего штрафами и подобными рейдами. Один из вопиющих случаев произошел вчера. На французском бульваре активист хотел остановить автохама и перегородил проезд велосипедом. Как результат, сломанный велосипед и целое море нервов. Полицейские объявляют охоту на нарушителей довольно часто. За день могут оформить около 50 человек. Мы буквально на днях выезжали, то есть в течение часа было оформлено более 10 водителей-нарушителей. Вот именно на этом участке дороги. Точной цифры нет, но то есть если остановиться и работать непосредственно с этими нарушителями, то в течение дня это будет не меньше 50 фактов нарушений, не менее. За нарушение правил дорожного движения водителям грозит штраф. Так, например, за движение по трамвайному полотну придется выплатить 425 гривен, а за выезд на встречку – 255. По статье 122 части 2 на вас будет вынесено постановление за нарушение пункта правил 11.9. Кроме штрафов, патрульные проводят и профилактическую беседу, пытаясь достучаться до водителя. Это небезопасно для вашего здоровья, для ваших детей. В дальнейшем будьте внимательны, объезжайте, не нарушайте правила дорожного движения. Счастливо. Французский бульвар далеко не единственное место, где постоянно создаются аварийные ситуации. Полицейские обращаются к автолюбителям. Не подвергайте риску свою и чужую жизнь. Соблюдайте правила дорожного движения.